Показать редкие снимки и раритетные экспонаты как можно большему количеству гостей, приобщить их к истории – одна из главных задач музейных работников. О том, как создаются выставки, смотрите в продолжении выпуска. Городской музей – это не только хранилище истории. Выражаясь языком цифровых технологий, это целый портал в мир прошлого. А еще исследовательский центр, место общения горожан и выставочное пространство. Создание выставки – процесс сложный и длительный, но оттого не менее интересный и увлекательный. Выставки самые разноплановые, они могут быть у нас хронологическими, они могут быть юбилейными, они могут быть тематическими, могут быть выставки одного экспоната, когда мы можем показать что-то уникальное, необычное, совершенно из ряда вон выходящее, которое вызовет огромный, может быть, даже где-то ажиотаж у людей, которые этого не видели никогда и нигде. Рассказать о стремительно меняющейся жизни нашего края, а не просто показать посетителям артефакты. Сделать выставку такой, чтобы на нее приходили. Это главные задачи для музейщиков. Они своего рода проводники в мир истории, а выставка – материальное воплощение их идей. Здесь все, как в любом виде искусства. Композиция, средства художественной выразительности, свет и цвет. Но сначала, говорят, выставка появляется в голове. Для того, чтобы это придумать, естественно, нужно знать материал. Поэтому каждый наш научный сотрудник, прежде всего, исследователь. Он исследует свою тему не только с помощью литературы, архивов. Он исследует свою тему в фондах. Так рождается концепция выставки. Учитываются люди, даты, события. Например, рассказать об истории русской революции можно через комплекс материалов постоянной экспозиции, фотографии, документы, а можно через коллекцию предметов, которые хранятся в музее. Это могут быть марки, гравюры, статуэтки и картины. И тогда процесс подготовки выставки превращается в волшебство. А музейное волшебство должно быть не только ярким, образным и эстетичным, оно должно быть еще и интересным, а главное – достоверным. То есть мы изучаем материал с точки зрения его историзма, с точки зрения его доказательности и достоверности. И наша главная задача, представляя ту или иную выставку, показать, как было на самом деле. Поэтому основная наша работа – это прежде всего научная работа. Часто к работе привлекают коллекционеров, чтобы сделать выставку еще интереснее и смотрибельней. Строгая система – это тоже о выставке. Здесь все выстроено по временному, тематическому и другим принципам. Но все же главный принцип – это забота о его величестве экспонате. Побывав на выставке, он должен вернуться в фонды в том состоянии, в котором поступил на экспозиционную площадку. Так и происходит. Но история не статична. К старым артефактам добавляются новые экспонаты. Музейные фонды постоянно пополняются. А значит, бендерчан ждут новые интересные выставки. Елена Леонтьева, Евгений Никонов, Пендерское телевидение.